Харбинский музей павших воинов впервые представил публике бронзовую мемориальную доску 1930-х годов. Экспонат весом 12 килограммов хранился в коллекции музея с 1948 года. Доску создали японские милитаристы в память о своих воинах, погибших в ходе инцидента на шахте Хэган в провинции Хэйлунцзян в мае 1936 года. Тогда на защиту китайских шахтеров встали солдаты Северо-Восточной Народной Революционной Армии Китая. Японцы разграбляли наши ресурсы, причем очень жестоким способом. Примером служит инцидент на шахте. Имена тех, кто погиб с японской стороны, записанные на доске как имена героев, это имена тех, кто охотился за нашими ресурсами. В музее отметили, что мемориальная доска, которую изготовила японская сторона, это свидетельство того, какие преступления совершали японцы на северо-востоке Китая.